Добрый день, ребята, здравствуйте. У нас сегодня очень знаменательный день, мы так вот вас собрали очень быстро, потому что очень интересная лекция. И у нас в гостях председатель Внешэкономбанка Горьков Сергей Николаевич, прошу. Добрый день, ребят. Сейчас я попробую вытащить телефон, потому что мне не мешал. И начну свое выступление. Большое спасибо, что вы пришли выслушать нашу лекцию. Эта лекция посвящена современным трендам в развитии технологий или управления. И мы хотим с вами в этом поделиться. И, конечно, мы хотим поделиться о том, где место России в этих трендах, потому что это очень важно, да? Что же будет, с одной стороны, через 20 лет, но, с другой стороны, важно понять, а где мы будем через 20 лет с точки зрения страны. Для вас вообще принципиальный этот вопрос, мне кажется. Потому что вопрос, чем вы должны заниматься сейчас, что учить сейчас, чем интересоваться сейчас, в конце концов, зависит от этого. Я так понимаю, что у нас уже было проведено... Разминку мы сделали небольшую. Да, мы задавали вопросы. Не знаю, была презентация по вопросам или не было еще? Нет, пока у нас еще... Мы вопросы вот эти будем собирать в течение всего нашего тура. Вы можете я, я с мопедом единственное не могу ничем помочь. У меня уже есть один, два как-то... Но он у вас летающий, по всей видимости, да. А тут просят обычный. Попрошу вас, ребят, с slido.com заходите, вводите PIN Z749 и задаете вопросы спикеру. Вопросы вы можете рейтинговать, ставить лайк на них. И те, кто всплывет в самый топ, самый верх, эти вопросы мы будем Сергею Николаевичу озвучивать. Сейчас у нас на готове ролик. Готовы его запустить. Давайте посмотрим ролик, и после этого я вам расскажу о тех тенденциях, которые существуют в технологические, но не только технологические. Я расскажу там, где Россия имеет место. Расскажу, где веб активно участвует в финансировании, потому что мы институт развития. Ну и потом я смогу на ваши вопросы ответить. Пожалуйста. Реальность, к которой ты привык, больше не существует. Экономический кризис привел к всплеску безработицы среди молодых специалистов, лишив возможности планировать свою жизнь, строить семью, приобретать жилье и личный транспорт. Из-за несоответствия полученных знаний потребностям бизнеса, работодатели закрывают двери перед выпускниками вузов, подбирая специалистов исключительно с ключевыми компетенциями. Работы в традиционных отраслях становится меньше, и конкурировать за нее приходится не только с иностранцами, но и с роботами и бактериями, которые выполняют те же функции, только дешевле, качественней и без перерывов на обед. Жертвой прогресса стал не только пейджер, но и крупные корпорации, повсеместно объявляющие о банкротстве. Знания имеют срок годности. Вовремя не реализовавшись, они скисают и становятся бесполезными. Но мир меняет воображение, настойчивость и быстрота. Компании, которых не существовало несколько лет назад, оцениваются в сотни миллионов долларов. Студенты становятся миллионерами, младшие из которых зарабатывают первый миллион в 14 лет. Информационные технологии открыли новые возможности для обогащения. Так, каждый пятый представитель из 50 богатейших людей планеты сколотил свой капитал на интеллектуальных рынках. Компании, транспортирующие биты, оцениваются дороже сырьевых гигантов. А какая компания возглавит рейтинги через 10 лет? Скорее всего, сегодня ее еще не существует. И основать ее может каждый, независимо от пола, возраста и происхождения. Будущее не написано, его нельзя предсказать, его можно создать. И создают его люди будущего. Прямо сегодня, именно сейчас. Ты можешь недооценивать масштаб нарастающих перемен, но осознай их. Думаешь начать с понедельника, и мир притормозит, чтобы дать тебе возможности глядеться? Варианта 2. Быть причиной изменений или пассивно наблюдать за ними со стороны. Решать тебе. Но помни, отказ от выбора – это тоже выбор. Ну вот последние фразы «отказ от выбора – тоже выбор» я вот хочу начать свое выступление. Потому что действительно каждый из вас будет или уже сделал и будет делать этот выбор. Хотел бы начать я с нескольких слайдов, которые... У нас почему-то слайд не загружается. Хорошо. Начнем с того, что... В чем суть сегодняшней лекции? Эта лекция посвящена в первую очередь технологическим прорывам. Давайте я начну немножко с другого вопроса. Начну я с такого слайда, что такое российская экономика сегодня. Мне сказали, что вы...
экономический факультет, факультет управления, банковское дело. Экономика сегодня в России, конечно же, с одной стороны мы говорим, что она, слава богу, начала расти, с другой стороны базируется на достаточно понятных для нас фундаментах. В первую очередь это высокая зависимость от ресурсов, вторая — низкая производительность, к сожалению, и как фактор еще и неэффективное управление. Мы имеем в результате достаточно низкие темпы роста экономики. Вот смотрите, тут роль России в глобальной экономике. Вот в слайд видите, мир поднимается, голубая линия, красная линия — России продолжает снижаться. Почему? Потому что темп роста экономики наш, к сожалению, ниже, чем общемировой. Поэтому, безусловно, это будет снижаться, если мы не предпримем ряд усилий. Давайте посмотрим немножко истории. 60-е годы. Экономика Советского Союза. Советский Союз — лидер в космосе, атомная энергетика, микроэлектроника, биотехнология. Давайте вспомним, кто был герой того времени. Герой того времени был физик, если вы вспомните. Почему физик? Ну, потому что там что-то творилось, там что-то происходило, мир бурлил. Поэтому 60-е годы физик, фильмы, книги постоянно именно о физиках в большей степени или о тех людях, которые что-то создают. И что интересно, журнал Life сделал анализ в 60-е годы, что такое американский школьник и советский школьник. И обнаружил, что по уровню знаний советский школьник в среднем опережал американцев в два раза почти по уровню знаний. Тогда американцы сделали вывод, изменили свою систему образования среднешкольную. Я говорю сейчас не про высшую школу, а именно про типичную среднюю школу. И это журнал Life 60-е годы. Давайте посмотрим на 80-е. В 80-х годах ситуация драматично меняется. И уже кто такой человек, который, вот знаете, является основным таким кумиром? Ну, давайте вспомним, наверное, хороший есть фильм такой, который рассказывает, вот в данном случае он представлен, да, герой нашего времени, помните, с какого фильма, да? Это человек, который умеет жить, который ездит за границу, который умеет правильно строить отношения, но при этом, в общем, фактически ничего не создает. Чувствуете разницу 80-х, 60-х годов, да? Вот, к сожалению, вот этот фактор, который был раньше в Советском Союзе, был утерян. И уже в 72-м году Советский Союз выходит по закупке пшеницы на первое место в мире, к примеру. То есть мы теряем не только преимущество космической, начинаем отрасли терять, не только теряем преимущество в технологических отраслях, но даже в ресурсных теряем. Это пример 80-го года. Ну и теперь я хотел вам задать вопрос, потому что, наверное, неправильно, что вы меня так слушали. Я тоже бы хотел какие-то действия с вашей стороны. Кто считает, что сейчас мы живем в самый бурный, самый активный мире? Вот такое время, когда мы активно, мир развивается, и за ним очень сложно угнаться. Поднимите руки, пожалуйста. Ну, поднимите. Я вот тоже так считаю, потому что сейчас уровень изменений зашкаливает, мне кажется. Каждый день что-то происходит. Давайте еще раз поднимем, кто так считает. Окей. Кто так не считает? Ну вот, вы считаете, что дальше будет быстрее, правильно, наверное? Дальше считает, будет быстрее. Ну вот я вам, знаете, покажу немножко, несколько слайдов. Картинку Нью-Йорк, 5-я авеню, 1900 год. Видите, там моргает такая вот история, точка. На самом деле гужевой транспорт, то есть лошадки, а в середине это машина. 1900 год. Нью-Йорк, крупнейший город мира того времени, Лондон, Нью-Йорк, Париж. И я вам сейчас покажу слайд, ровно такой же, 1913 года. И вот меркающей частью там является лошадь, гужевой транспорт. 13 лет. А вспомните, что у нас за последние 13 лет появилось. Ну да, появился у нас смартфон. Но давайте посмотрим немножко на другую историю. Посмотрим вообще на начало 20 века. Скорость изменений тогда, для тогдашнего человека, вообще кардинально менялся мир в принципе. Вот я вам показал картинку, конечно, не везде. Если вы посмотрите Санкт-Петербург, наверное, машин стало чуть-чуть побольше к этому времени. Но это на самом деле в мире не везде так происходит. Да, мы имеем Силиконовую долину, имеем какие-то совершенно другие регионы. Так вот, что же происходит? Конвейерное производство. Первый год – самолет. Третий год – вообще никто не представлял, что можно летать вообще. Да? Кроме этого, пятый год – теория относительности. Кроме этого, в это же время буквально
создается не только теория относительности, вообще квантовая физика возникает. Планк создает теорию квантовой физики, которая до сих пор является основным драйвером изменений, которые мы сейчас с вами имеем. Нержавеющая сталь, панели домопроизводства, сверхпроводимость – все возникло тогда за какие-то 13 лет. Вот за последние 13 лет, как вы думаете, у нас возникло столько новых изменений? Может быть, да, может, нет. На самом деле много изменений мы зачастую просто не видим. Но я просто хочу вам показать, что на самом деле, когда мы считаем, что мы сейчас живем в очень быстром веке, представьте, как жили люди в тот период. Поэтому наши ощущения всегда субъективные. Но тогда, возможно, эта скорость была быстрее, чем сейчас. Давайте перейдем. Ну вот я пропущу пару слайдов в части экономии времени, потому что они чисто экономические, показывающие средний доход ВВП на душу населения. Понятно, что он изменяется, но скорость была другая. Но я бы хотел перейти, знаете, в те основные разделы, о которых я сейчас вам расскажу. Это 10 разделов, которые мы называем глобальными вызовами. Они технологические, управленческие, но именно они будут менять мир. Что это такое? Это прорывные технологии, disruption technology, как называют его в Силиконовой долине. То, что придумал термин, был придуман в Стэнфордском университете. Индустрия 4.0. Кстати, кто знает, что такое индустрия 4.0? О, немного. Хорошо, спрошу вопрос, который еще более сложный. Кто знает, что такое 4D-принтер? 4D знает, что такое принтер? Потом расскажете всем. Стесняетесь? Вы знаете, 4D-принтер, на самом деле, его просто не существует. Существует 3D-принтер. А 4D – это просто принтер под, ну, с производством как бы для конкретного человека всего-навсего. И вот назвали этот эффект 4D, на самом деле его нет. Итак, частный капитал конкурирует с государством, стартапы атакуют корпорации, новые способы взаимодействия с государством. Кто знает, что такое блокчейн? О, ничего себе. Много. Достаточно много. Расскажу, что такое блокчейн, потому что действительно блокчейн с нашей точки зрения, стороны института развития как веб, с моей точки зрения персонально является, в общем, достаточно существенным драйвером развития нашей экономики, может стать. Конвергентные биотехнологии, длинная жизнь, дисбалансы и новый способ организации производства и лидерство в 21 веке, потому что все это непосредственно имеет отношение к вам. Итак, начнем. Да? Во-первых, disruption технологии, которые возникли. Откуда они возникли, как они возникли. На самом деле это огромное количество технологий, я сейчас вам покажу некоторые из них. Ну, один из примеров, конечно же, это сланцевая нефть. Всего-навсего меньше, чем 10 лет назад считалось, что цена на нефть ниже, чем 250 баррелей, за баррель долларов стоить не будет. Почему? Ну, просто спрос, а объемы сокращались ресурсов, да, резервов, которые в мире присутствовали. И считалось, что сланцевую нефть добывать очень дорого, потому что ее себестоимость была 120 долларов за баррель. Считалось, что технологии нет. Эту технологию начали строить маленькие компании стоимостью 10-5 миллионов долларов. Небольшие компании в сравнении с Эксоном или с Роснефтью. И через какое-то время оказалось, что себестоимость не 120, а 100, а потом 90, а теперь себестоимость 60. Что это означает? Что уже, скорее всего, никогда нефть выше 60 стоить не будет. Никогда. Ну, кроме каких-то катаклизмов, которые могут иметь характер очень короткий. Какой вывод для России мы, очевидно, с вами делаем? Понятно, что это очень серьезный вызов для нашей экономики, да? Для нашего бюджета. И мы с вами живем сейчас в бюджете 40, в бюджете у нас с вами 40 долларов за баррель. Напоминаю, маленькие компании, небольшие компании. Что еще происходит? Вот сланцевую нефть я вам рассказал. Несколько еще технологий, которые я вам расскажу, которые существенно могут поменять, в принципе, экономику или рынки. Ну, наверное, некоторые вы уже знаете или слышали о том, что, ну, к примеру, беспилотные автомобили. Беспилотные автомобили много говорят, только они появились. Первое столкновение, вот недавно было двух беспилотников, если вы читали. А вот в Дубае запустили первое такси с беспилотником. Вот я его видел, я, правда, не ездил, потому что на дно там, но я физически его наблюдал буквально месяц назад. Ну, интересный экспириенс, но я пока не получил. Но точно беспилотные автомобили будут завоевывать мир. Вывод, который делают сейчас, что через 20 лет, 25, возможно, людям запретят управлять автомобилем.
запретят. Почему? Потому что мы с вами существа, в общем, достаточно эмоциональные и, в общем, опасные. Где можно будет использовать на автомобиле? Вообще было такое в мире или нет? Конечно, было. Вспомните лошадей. Где мы сейчас с вами можем покататься на лошади? Что, можем на улице проехать? Ну, маловероятно, да, потому что это как-то вот странно выглядит. Может быть, в деревне только. А вот, наверное, по специальному манежу мы можем покататься. Да? Но, скорее всего, 25, можно спорить, 25, 30 лет. Но в разных странах по-разному просто запретят людям ездить на автомобиль. Что еще очень нового? Ну, вот я считаю, очень важная тема – это создание технологии культивированного мяса. Да? Почему? Но дело в том, что вот представьте, сколько количества животных мы с вами убиваем, съедаем в мире. Ну, 9 миллиардов человек и так далее. Да? В принципе, технологически мясо более хорошего качества вполне выращивается другим способом, биологическим способом. Очевидно, что как только эта технология становится дешевой, уже производят 100 тысяч тонн мяса такого в США, как только технология становится дешевым, просто очевидно, что моральное качество, далее моральный стимул, не надо убивать животных, победит, и, скорее всего, целая индустрия сельского хозяйства умрет. Когда умрет — вопрос, но умрет. И это большой вопрос, да? С точки зрения развития дальше сельского хозяйства, именно в части, к примеру, животноводства. Ну, еще, наверное, дроны. Интересная история, да, все видели маленькие дроны. Ну, вот последний дрон, который можно купить в магазине, ну, развивает скорость до 100 км в час, двигается с вами, если у вас вы поставили точку на конкретный объект, куда угодно, как угодно, и, соответственно, зависает там, где угодно и так далее. Вот просто в магазине можно сейчас купить. У нас есть интересный проект, мы его представим на Питерском экономическом форуме. Вот есть дроны, но дроны, они же не поднимают человека, да, они поднимают какой-то небольшой объем. Вот в России есть проект, который называется «Летающий мотоцикл», который в состоянии поднять человека. Вот мы представим этот проект на Питерском форуме. Смотрите за нашими новостями. Мы там покажем, как он летает, как он двигается. Это российская разработка, в которую ВЭП инвестировал. Мы считаем в этом большую перспективу, потому что это совершенно новый вид транспорта. Это уже не дрон. Это некое устройство, которое перевозит человека, пока это 20 километров, 80 километров в час. 20 километров пока по расстоянию, но это уже существенный, как заявочка такая, реальная заявочка на изменение транспортного средства. Что еще? Индустрия 4.0. Ну, наверное, как раз про эту часть вы больше всего знаете, не буду останавливаться. Это как раз вопрос использования всех элементов и интернета вещей, и сенсоров, и бигдайты, и машин-лернинга, и так далее, и так далее. Но здесь, к сожалению, вот что можно сказать? Россия двигается несколько хаотично. Вот если посмотреть на Китай, Китай активен в внедрении сенсорных датчиков. И это, конечно, очень важная часть именно в Big Data для того, чтобы двигаться дальше по индустрии 4.0. Ну, немножко про космос. Раньше, помните, Советский Союз, Америка, главные две супердержавы, которые в космосе конкурировали. Сейчас нам SpaceX доказал, да, о том, что пример, что ракета может садиться, да, вот хвостом в воду и может использоваться основная часть, то есть она может быть уже многоразовая. Вы знаете, самое интересное другое. Вот видите эти руки, вот, и видите вот это устройство, это называется малые спутники. Вот их производят маленькие небольшие компании. Есть такая компания Daurya, в которую мы тоже инвестируем, которые производят вот такие достаточно небольшие спутники, которые начали конкурировать вот с этими большими громадинами. И этот спутник стоит сотни тысяч долларов, в отличие от большого спутника, который стоит сотни миллионов долларов. И это делает компания, к примеру, Daurya, российская компания, стартап 2014 года. Стартап 2014 года. 38 человек работает в этой компании. Выпускники МАИ создали эту компанию. Что еще? Ну, очень важно, конечно, все мы слышим про стартапы, их много возникают. Кстати, вот очень модно среди выпускников, к примеру, вузов в Лондоне, в Америке, на самом деле не идти работать в корпорацию, а создать свой стартап. Потому что идти работать в корпорацию как-то очень странно, сложно, тяжело, а вот стартап — это модно. Вот здесь вот 300 компаний,
которые одновременно атакуют Wells Fargo. Это крупнейший американский банк. Они не в смысле их кибератак атакуют, а в смысле конкретных продуктов и приложений. Вот все крупные компании, включая, кстати, Сбербанк, находятся под прессингом стартапов. И это будет дальше наращиваться. Поэтому и это тенденция. Поэтому вы, выпускники, когда выпуститесь или когда-то впоследствии, наверное, захотите сделать такой стартап, потому что это вполне, или кто-то из вас, это вполне такая посильная задача. Но это новое явление. Что важно еще? Ну вот вы, мне для меня было, кстати, удивление, что столько человек про блокчейн подняли руки. А вы откуда это знаете-то? Интернет, отлично, понятно. Действительно, хотя есть несколько переведенных книг на русский язык, одну книгу из них перевели мы, но в целом, конечно, не так много информации по блокчейну. Благодаря поддержке правительства мы сейчас создали центр компетенции по блокчейну. Почему? Потому что мы сейчас считаем, что блокчейн в принципе способен, давайте я скажу громко, у нас не так много прессы, я считаю, что это убьет российскую бюрократию. Потому что работа с человеческим фактором невозможна, а система, которая существует, она есть. Это блокчейн. Да, это новая разработка. Кто-то говорит про интернет нового мира, что это будет через 10-15 лет. Но на самом деле это технология, которая существует, распределенная. Не так много в реальности пока реализовано, но все находятся на низком старте. Задам вам вопрос. Как вы думаете, какая страна, давайте гипотетически, занимает первое место по внедрению вот блокчейна? Кто является лидером? Ну, Китай второй. Он принял недавно сейчас как раз решение, даже на высоком уровне, быть вторым. Первым, понятно, наверное, давайте попробуем. Первая — Соединенные Штаты Америки. Третья страна, давайте вот попробуем. Япония. Какой еще вариант? Сингапур, Германия, еще? Италия, да, еще что? Нет. Англия, нет. Индия, нет. Нет. Сдаетесь? Грузия. Грузия. Именно Грузия реализовала майнинг по блокчейну. Именно Грузия начинает использовать это в реестрах. Мы вот, мои коллеги с банка ездили в Грузию, смотрели, как они реализуют. У них очень амбициозные планы, которые, к примеру, позволяют, знаете, что позволяют? Если вы хотите получить паспорт или права. Знаете, как там можно получить права? Как в Макдональдсе, как в МакАвто. Вы заезжаете, отдаете свою информацию, и пока вы езжаете, вы получаете права. Пример реализации блокчейна конкретно в Грузии. Это не означает, что это единственная сфера, но я считаю, что блокчейн как очень важный фактор изменений, конечно, взаимоотношений государства между гражданами, это смарт-контракты и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество, я уверен, стартапов именно на блокчейне может быть создано. Так что кто думает о стартапах, подумайте о блокчейне, потому что очень мало информации, очень много что можно придумать и совершенно такое, знаете, чистое поле. Веб будет являться центром компетенции, и мы считаем, что как раз эта технология может стать в России именно таким важным фактором. Конвергентные технологии. Вы знаете, я в том числе в школе иногда выступаю. Вот когда я пытаюсь рассказать, что это конвергентные технологии, пытаюсь объяснить, что это взаимопроникновение био-нано-когнитивно-информационных технологий, я вижу в глазах школьников, ну, по крайней мере, вы-то уж серьезные люди, умные, понятно, что не все спят, только один. И, конечно, все думают, что это такое, да? Ну, какая-то странность, да? Как это понять? Давайте я объясню простыми словами. Это создание киборгов. На самом деле технология по сращиванию биологического, IT и нано в данном случае, потому что нано является все, что касается технологий, транзисторных плат и так далее, и чипов, вот это именно создание киборгов, потому что считается все-таки, что через 20-25 лет основную работу будет делать не человек. Не только физическую, кстати, но и в том числе обработку информации. И вот здесь тоже это одно из направлений, которое очень активно развивается. Развивают три страны, это Америка, развивают европейцы, и, как ни странно, наш Курчатовский институт является очень большим лидером в этом направлении. Мы были в лабораториях, видели, пока это достаточно такое начало, наверное, работ с точки зрения технологии, но в этом очевидно будущее. Чуть подробнее я вам расскажу про это, но
Потому что это связано с биотехнологиями. Мы понимаем, да, что биотехнологии формируют совершенно другую общность, да, другую сущность вообще жизни. Это и штамповка органов, и штамповка, в общем, биоматериала и так далее, и так далее. И выращивание того же мяса. То есть, конечно, биотехнологии становятся очень важным, важным и важным элементом в развитии технологий. Но вот если мы посмотрим, вот с точки зрения вернемся к киборгам, да, то в принципе можно говорить будет о двух вещах. Сейчас я попробую показать два типа киборгов, которые могут возникнуть. Первая часть – это просто, которые могут выполнять техническую работу. Ну, буквально обычный робот, который вы сейчас видите, но начинен другими способностями. Потому что физически роботы уже давно нас переплюнули, если вы понимаете. Да? Ну, по разным причинам. Потому что мы с вами спим, мы с вами кушаем и так далее, и так далее. Кроме прочего, скорость, точность подачи, например, физической работы, конечно, у них выше. Но создается, возникает совершенно другой вопрос, конечно, использование через как раз конвергентных технологий создания таких сверхлюдей. Что это означает? Потому что, в принципе, Маск недавно, если вы читали, объявил о создании компании Neuralink. Вот про это он говорит. Он говорит о том, что, в принципе, человек может быть совмещен или к нему добавлена часть, связанная с именно с, к примеру, с IT, да, или добавлена таким образом память или скорость мышления и так далее, и так далее. Вот как раз про это, если говорить, то есть две части, да, головного мозга. Никто, правда, не знает, где происходит мысль у человека. Все это очень условно. Но левое полушарие отвечает, считается, да, за математическую часть и за эмоциональную правое. Вот, в принципе, скорее всего, машины быстро левую часть доберут. С правой частью неизвестно, что произойдет, но давайте представим, если киборг сможет самоосознать себя. Что произойдет, как вы думаете? Не, мы просто с вами кошками станем, домашними животными. Представьте, это самое страшное, что может произойти, если машина самоосознает. Такое самоосознание пока есть только у человека, у животного это нет. И этот вопрос, если вы поедете на конференцию, интересует сейчас всех. Вот поедете, к примеру, в Давос конференции обычно есть кибербезопасность. И есть вторая тема, которая возникает, как контролировать роботов. Это становится очень важной темой на самом деле, потому что в реальности 10-20 лет эта проблема станет реальностью. Идем дальше, да? Но у вас есть выбор. В принципе, можно, конечно, формировать новые явления, а можно стать вот таким вот прекрасным существом. Мы его, правда, назвали овощем, но, понимаете, если этим не интересоваться, и не двигаться, и не изучать как технология, и не понимать, где они будут, в принципе, конечно, мир ждет такое разделение людей. Одни будут создавать будущее, а другие просто пользоваться. Потреблять нещадно кока-колу, чипсы и так далее, превратятся, ну, потому что в спорт не надо будет ходить, просто будет кресло, которое будет развивать ваши мышцы. А виртуальная реальность станет просто вашей жизнью. В общем, из дома не надо будет выходить. И вот у вас, конечно, есть выбор. Помните, я говорю, у вас у каждого есть выбор. Вот есть выбор стать овощем. В принципе, тоже выбор. К чему вас приведет, не знаю, но у каждого он перед вами когда-то встанет. Еще один фактор, это, конечно, длинная жизнь, потому что изменяется время. Люди живут дольше, очевидно. Биотехнологии дают нам возможность еще продлить жизнь, поэтому, конечно, изменяется структура рынка. Рынок поменяется. Раньше 50 лет человек был просто старый и уже никуда не годился. Теперь люди в 50 лет занимаются спортом, активно ведут активную жизнь, считают себя молодыми людьми. И это фундаментальное изменение, потому что так раньше не было. Да? Ну, вспомните, по крайней мере, своих бабушек, и вы поймете, что так точно не было. Потому что каждый человек считал, что в 50 лет нужно выйти на пенсию, в 55. Помните, мужчин 55 лет пенсии у нас. В принципе, какая пенсия может 55 лет быть, когда это в нынешних условиях достаточно молодые люди. Конечно, это не все будет происходить одновременно и везде. Вот помните, как 5-я авеню. Да? Конечно, если мы посмотрим в это же время и переместимся, знаете, в Москву того периода, наверное, в 2013 году у нас только автомобилей не было точно. Но, наверное, уже в 30-х годах у нас это произошло. Да, 13-й, 30-й, 20 лет. Ну, люди, я думаю, в 13-м году тоже не верили, что в 30-м году будут ходить автомобили и вообще лошадей не будет на улицах. Но вот, тем не менее, эти дисбалансы, конечно, будут существовать. Плюс про овощи я вам сейчас рассказал. Дисбаланс разных людей. К
кто-то будет создавать это, кто-то это будет пользоваться, но при этом, ну, неся никакую нагрузку, умственную в первую очередь. Поэтому это, еще раз повторяю, у вас ваш выбор. И, кроме прочего, это, конечно, дисбаланс между технологиями контроля, потому что технологии уходят, а контролировать становится все их сложнее, сложнее и сложнее. Что можно сказать? Что на самом деле все это не просто как отдельные кубики. Все это синтезируется, происходит одновременно. Поэтому одно добавляет второе. Блокчейн добавляет конвергентные технологии. Квантовая физика или квантовый компьютер может добавлять истории, связанные, и ускорять процессы, потому что все это, конечно, ускоряется. И может в ближайшее время произойти такой квантовый скачок, который изменит эти технологии. Потому что мы, вот когда я вам задал вопрос, что с 2000 года произошло, можно сказать, самолеты фактически те же, машины, ну, плюс-минус те же, но вот только, наверное, iPhone. Ну, iPhone, я имею в виду смартфон, как-то изменил нашу жизнь, правильно? Вот так вот в бытовом ощущении, наверное, только так. Ну, телевизор был таким, стал таким. Ну, тоже телевизор, правильно? Но на самом деле есть понятие квантового скачка, когда происходит фундаментальное изменение, да? И мир всегда двигался скачками. Мы сейчас набираем, вот, набираем эту массу, и через какой-то момент произойдет скачок. Когда он произойдет? Я думаю, что где-то 15-20 лет, действительно, в ближайшее время нас ждет скачок именно в технологическом плане, и мы совершенно по-другому будем это ощущать. Ну и я придумал такое название, называется он «Дистраптор дистрапторов». А может ли, вот знаете, что-то происходит, а может что-то это дистраптировать и это? Может. Дело в том, что все чипы, которые у нас есть с вами в компьютерах, вот сейчас производят 16 нанометров, скоро будет 8 нанометров. Говорят, что вот американцы уже 8 нанометров начали создавать. Есть там большая проблема. После 5 нанометров работает квантовая физика. Электрон может перескочить на другую совершенно атом. И тогда непонятно, что может произойти. Начинает работать закон квантовой физики, который дистраптирует, в принципе, вот эту всю составляющую. И тогда происходит другая история. Происходит то, что возникают совершенно новые технологии, которые могут быть совершенно другого типа, прийти на смену тех, которые мы сейчас с вами ощущаем и думаем самыми современными. А это квантовый компьютер. Ну, кстати, вот в России создали один кубит квантового компьютера. Ребята, такой есть квантовый центр в Москве, интересные ребята, которые частный центр квантовой физики, который возник 4 года назад. Выпускники университета МГУ и физтех создали такой вот центр. Квантовые сенсоры. Ну, что мы с вами сенсорами представляем? Какой-то сейчас датчик, наверное, да? На самом деле просто можно азот вплавить в какой-то материал, и он становится датчиком. То есть совершенно изменяется сама сущность. Поэтому, в принципе, можно ожидать, что возникнет параллельно за это время дистраптор-дистраптор. То есть все технологии, которые мы с вами вот-вот-вот-вот, они могут дистраптированы совершенно другими технологиями. Вот они здесь представлены, чтобы вас, вы все-таки экономисты, чтобы вас не мучить этими технологиями. А почитайте, есть несколько книг по квантовой физике, как раз они очень подробно об этом рассказывают. Что я хотел рассказать, что, конечно, новые способы организации, неизбежно вы придете на производство, в компании, их ожидают изменения способов организации труда. Они должны меняться, потому что те компании, которые не меняются, к сожалению, будет им сложно жить в будущем мире. Ну, во-первых, конечно, работа не в офисе все более и более становится важным, в основном в IT-секторе пока, но тем не менее во многих других аспектах тоже становится очень важным. Я вас назвал бы вообще уберизация, слово такое уберизация через Uber, да, который придумал технологию маркетплейсов. Ну, маркетплейс Amazon, скорее всего, придумал, но тем не менее они этим очень интересно воспользовались. Кто знает, что такое agile? Не спать. Что такое agile? Кто знает? Никто не знает. Перевод с английского гибкий, да, подвижный. Agile организация – это форма и метод организации работы, когда нужно в группах, когда ставится сложная задача, а в группу надо вовлечь различных специалистов, при этом не имея структурных подразделений. Вот agile является классическим для IT-компаний и для розничных компаний. Вот веб используют agile сейчас в корпоративном бизнесе. У нас Татьяна Геннадьевна присутствует, зампред, который взяла на себя смелость и начала внедрять agile в корпоративном бизнесе. Кстати, это первый пример в мире, когда банки корпоративно внедряют agile.
Что еще? Лидерство в 21 веке. Я уже буду заканчивать, переходить к вопросам. Что такое лидерство в 21 веке? Вот очень важный момент. Это мой друг Доминик Бартон, который вот в прошлой неделе был у меня. 3 часа мы провели вместе. Потому что McKinsey делает кейс по нашей стратегии. Кстати, будет первый российский кейс, который McKinsey делает. Но что он говорит? Он провел исследование 300 CEO, то есть руководители компании. Вот я тоже участвовал в этом. Что такое лидерство 21 века? И вот смотрите, что он говорит. Ну, ладно, упорный, смелый, все понятно. Возникает тема бескорыстный. То есть результат можно достичь тогда, когда есть бескорыстие. И это, конечно, существенная дистрапция того подхода, что был всегда в Америке в инвестиционных банках, к примеру. Потому что у вас есть бонус, к бонусу бонус, и только так вы работаете. Но он мне сказал такую фразу, которая меня поразила. Он сказал, знаешь, ни один подвиг в мире не был совершен за деньги. И это правда. Поэтому бескорыстие, если есть лидер, он может достичь результата, конечно, если бескорыстие. Что еще важно? Смотрите, верхняя часть управления энергией. Совершенно новый термин. Никогда не присутствовал в HR-менеджменте, если вы здесь это все с управления. Никогда в западных технологиях управленческих управление энергией не присутствовало. Где присутствовало? У китайцев, в основном в философии китайской. Это существенное изменение подхода управления менеджмента, в первую очередь HR-менеджмент, именно с точки зрения лидерства. Совершенно новое явление. Ну, можно спросить, что делать в России, потому что, вы знаете, хороший вопрос, а где мы можем быть, да? И мы считаем, что России придется где-то догонять в чем-то, потому что у нас с вами нет просто ряда технологий достаточно обычных. С вами в основном экспортируем сырье, но не занимаемся глубокими переделами. Нам нужно, конечно, заниматься переделами, очевидно. Но это мы называем догоняющее развитие. Догнать невозможно. Можно, конечно, это нужно сделать, но догнать будет невозможно. Потому что задача сделать в том, что нужно финансировать именно опережающее развитие. Какие опережающие развития в России присутствуют? Мы сделали такой анализ, это достаточно глубокий анализ нашего аналитического центра, который должен руководство страны в том числе. Мы считаем, что, и мы получили поддержку, во-первых, это термоядерные технологии. Понятно, что мы с вами должны изменить саму сущность энергетики. Если с нефтью будет происходить такая ситуация, а где же нам искать основной источник нашего бюджета? Если мы сможем создать, давайте сказать, не если, а когда, управляемый термоядерный синтез, конечно, новый этап по энергии. На самом деле очень хорошие проработки в этой части есть. Пилотный, кстати, реактор, будет мини-реактор, тоже с нашей поддержкой запущен. И, конечно, здесь у нас очень большая перспектива. Просто традиционно хорошая перспектива. Квантовые технологии. Очень серьезная перспектива, хотя мы отстаем существенно уже от китайцев и американцев. Китайцы 1 миллиард долларов инвестируют в квантовый компьютер. У нас пока инвестировано 10 миллионов долларов. Поэтому вот это, конечно, нужно как-то разрыв сокращать. Но наличие людей позволяет нам и технологии, конечно, это делать. Про нейробио я вам сказал, потому что про Курчатов я вам уже сказал. Курчатский институт имеет хорошего качества лаборатории. Я был поражен, когда я в них был. Соответствует лучшим лабораториям мира в Калифорнии, к примеру, в Силиконовой долине. Я там тоже был. В сравнении можно посмотреть. Лаборатории очень высокого качества. И на самом деле работы очень хорошие. Космический аппарат с ядерной установкой – это тоже одно из направлений, которое сейчас активно развивается. Но и малый космос. Я вам рассказывал про Даурию. Ребята, 14-й год. В 14-м году создали 3 года назад стартап. 3 спутника у них летает. Мы финансируем сейчас 4-й. 3 в Америке летает. 2 в Америке, 1 в России летает. Спутник, вот мы финансируем 4-й. После того, как он будет запущен, мы ожидаем большой всплеск заказов этой компании на несколько миллиардов долларов. Из маленького стартапа ребята собрали по своим родственникам деньги. На самом деле 100 тысяч долларов, все, что они собрали своих родственников, со всех. Компания может превратиться в стоимость 2-3 миллиарда долларов. Пример российской компании выпускников вузов. Что еще? Вот блокчейн я вам уже тоже рассказал. Но нам невозможно развивать все. Нам, конечно, нужно инвестировать в то, что даст нам эффект прыжка. И вот этот эффект прыжка вот на опережающем развитии Россия может достичь.
Ну, также построена наша стратегия. Вот смотрите, мы финансируем промышленность в высоких переделах, мы поддерживаем экспорт, ну, к примеру, сухой суперджет мы в Европу поддерживаем, очень неплохо продается. Но я просто на опережающее развитие вас хочу остановить. Видите, это то, во что мы инвестируем как Внешэкономбанк. Это блокчейн. Я вам уже сказал, что мы являемся лидерами в этом направлении, центром компетенции. Marketplace B2B. Так, Marketplace, все знаете, что такое? Кто не знает? Все знают. Ну, бесполезно то есть, спрашивать. Можно сказать, кто знает, руки не поднимите. Кто не знает, руки не поднимите. Ну, то есть, ответ какой? Где-то посередине, да? Ну, классический marketplace – это Amazon. Если вы знаете, покупка книжки – классический marketplace. Что такое B2B? Это между компаниями, еще есть B2G, между компаниями и государствами. Вот мы как раз про государственные компании или между компаниями. Частный капитал, я вам уже с Продоворию сказал, про Курчатовский институт сказал. Это то, что мы реализуем. И как мы работаем, да, потому что для нас очень важно движение. У нас, где мы двигаемся, да, для нас важно agile, потому что agile организация, как я сказал, в корпоративном блоке мы впервые внедрили. Получим, наверное, за какое-то, за это, я надеюсь, международное признание. Лидерство через ценности. Мы считаем, что как раз через ценности только нужно развиваться. Ну и технологии, которые мы написали, это дашборд управления проектом, блокчейн, marketplace. Это наши задачи, которые веб двигается. Я вам рассказывал те проекты, которые мы финансируем. Наверное, не все ожидали от веба, что это произойдет. Мы год назад были на грани банкротства, а теперь мы финансируем в новые технологии. Но вот так бывает, вот такая скорость изменений. Все, я заканчиваю свое выступление, ожидаю ваших вопросов и ждем вас в Web 2.0, потому что наше название организации Web 2.0. Спасибо большое. Вопросы? У нас на самом деле есть уже даже топ вопросов. Так. Сейчас мы посмотрим. Ну вот, меня затоптали все-таки приветствия. 50. Да. Итак, вот вопрос, набравший 50 лайков. Если к вам банк, придут два человека, один окончивший МГУ, второй КФУ. Будет ли диплом являться каким-то определяющим фактором? Диплом нет, если честно. Вы знаете, вот то, что вы, к сожалению, я считаю, что диплом вообще мало что определяет. Определяет сущность человека. И если вы учитесь сами, используете, к примеру, ваш великолепный университет как платформу, это самое главное. Я вас буду спрашивать не про диплом, а что вы умеете, что вы знаете. Я спрошу про когнитивные технологии, блокчейн, если вы пойдете, к примеру, или про новые какие-то технологии, вы мне не ответите, я просто диплом этот даже не посмотрю. Потому что мне не важно, какой у вас диплом, если честно. Я вам вообще могу сказать такую одну вещь. Я считаю, что эра монастырского образования приходит к концу. Просто невозможно в одном месте знать все. Ну, невозможно. Можно только знать, когда вы интересуетесь, но для вас важно модератора иметь. Потому что модератор очень важен. И мне кажется, что новый формат образования должен быть вуз или школа как место модерации. Тогда это становится и мотивационно важно, и с точки зрения качества знаний намного важнее. Поэтому диплом мне не важен. Здравствуйте, меня Назар зовут. Не знаю, может вопрос вам показаться странный, но вы же не совсем обычный банк, получается. Мы, грубо говоря, вообще не банк, если честно. Мы институт развития. И в этом смысле заложена такая двуполярность. Да, у нас есть внутри нас банк, но кроме банка мы еще и фонд по управлению активами, и мы еще компания, которая является по факту asset management, да, и по факту мы компания, которая занимается инвестиционным консультированием, и еще аналитикой, и управлением активом разными способами. То есть мы не совсем банк, мы институт развития. Но просто название у многих институтов развития классически называют банком, ну или банк развития, developing bank, да, вот за рубежом называют. Потому что это, скорее всего, игра слов. Вы вкладываете деньги, да, получается, в такие компании, которые, по сути, будут, ну, приносить деньги завтра. Ну, такие достаточно крупные, такие будущие Apple, да? А в мелкие, надеюсь. Да, дай бог. А в мелкие компании вы вкладываете деньги?
Смотрите, но назвать Даури крупной компанией пока очень сложно. Я же не зря показал два уровня инвестиций. Да, есть у нас догоняющее развитие, мы инвестируем, строим заводы. Вот веб, что аммоний построил, да, вот, к примеру, если мы говорим про Татарстан конкретно. Строить заводы, мы собираемся строить заводы, у нас в пайплайне есть такие проекты. Но мы считаем, что мы должны заниматься не только этим, но еще и опережающим развитием, да, иначе не построить будущее. В этом, ну, логика. Как раз мы сейчас изменили веб-инновации. Раньше у нас был маленький фонд веб-инновации, теперь мы создаем большое семейство фондов, совсем другую систему. И, скорее всего, там не будет большие компании, потому что Даурия – это небольшая компания. 38 человек, ну, наверное, не 1, 2, 3. Пока у них негативная EBITDA и так далее, и так далее. То есть фактически это венчурная инвестиция. Это венчурная инвестиция. Мы в себе будем смешивать и венчурные инвестиции, и обычные классические инвестиции, возвратные. Поэтому размер компании нас не очень будет интересовать. Нас будет интересовать идея. Идея и как она может быть реализована. Единственное условие, что, конечно, должен быть прототип. Потому что, конечно, мы не выдаем гранты. Гранты выдают Сколково, к примеру, да. И если построен прототип, мы будем, базируясь на прототипе, например, летающий мотоцикл, который я вот вам анонсировал, посмотрите, на питерском форуме мы его запустим. Так вот, он как раз, прототип есть. Вот мы увидели этот прототип, оценили его по рынку, и мы инвестируем в него. Но если бы к нам пришли люди и сказали, знаете, у нас есть картинка, идея сделать летающий дрон, который перевезет человека, он как дрон выглядит, я бы сказал, ну сначала постройте, потом мы придем. Вот они построили, правда, это было, ну, до того, слава богу. И мы собираемся в их инвестировать. Мы не берем на себя вот пассивную часть, то, что называется пассивной, но зато инвестируем именно венчурным образом, финансировать собираемся. Пожалуйста, еще в зале есть вопрос? Вот у девушки, пожалуйста. Меня зовут Айгуль. У меня такой вопрос. В ходе вашего выступления вы очень часто упоминали технологии блокчейн. Наверное, многим известно, что на основе технологий блокчейн функционирует такая валюта, как криптовалюта. И мне хотелось, да, спросить у вас, каковы перспективы легализации криптовалюты в России и какова необходимость создания национальной криптовалюты в России? Надо сказать, что этот вопрос поддержало порядка 30 человек. Отвечаю всем 30 сразу. Первое. Смотрите, все зависит от ЦБ. Могу сказать, что Центральный банк начал внедрение блокчейна. Это уже радует, потому что до этого Центральный банк отказывался это воспринимать. Нельзя, знаете, демонизировать биткоин, потому что биткоин, да, с одной стороны, это валюта, с другой стороны, это некий транспорт внутри блокчейна. Его все равно нужно майнить. Поэтому не обязательно для того, чтобы создать блокчейн, нужно обязательно иметь криптовалюту. То есть это не обязательно может иметь статус криптовалюты. Может быть, техническая просто, технический сигнал, да, который используется в блокчейне. Первое. Второе, но тем не менее, я считаю, через 20-30 лет, все-таки через 15, зачем, ну, живые деньги все-таки фактически отомрут, я именно бумажные. Конечно, электронная валюта должна быть. Вопрос, когда мы на нее решимся, как решимся, какая будет процедура, к этому все равно придется прийти. Может быть, это будет не биткоин, а битрубль. Да, поэтому я задала вопрос по поводу национальной криптовалюты. Ну, пока Центральный банк к этому не готов, могу вам сказать, по ряду заявлений их, но они это активно изучают. Вот так я вам отвечу. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Здесь еще можно продолжение. Блокчейн. 30 лайков набрал вопрос, как обеспечивается безопасность данных с технологией блокчейн. Каковы риски, когда, по-вашему, Россия будет готова к таким изменениям? Риски существуют, но, кстати, они значительно меньше, чем обычная сетевая вещь, значительно меньше. Но, тем не менее, риск такой есть. Да? Есть проблемы, связанные, и об этом всегда вот говорят выступающие лидеры по блокчейну, они говорят, что есть определенный аспект, когда блокчейн может быть под угрозой. Правда, но когда мы говорим про блокчейн, есть разные его версии. Если вы знаете, есть Ethereum, есть версия блокчейн, которая была номер первой. На самом деле они разные. Понятно, что сейчас такой этап, когда это все сформирует какую-то, наверное, наиболее используемую версию, удобную, где, может быть, риски минимизированы. Но могу сказать, что, тем не менее, что блокчейн на порядок с точки зрения безопасности лучше, чем обычные сети и обычные базы данных. На порядок.
Поэтому, конечно, риски всегда будут существовать, но все-таки значительно меньше. В России перспективы, ну, я считаю, что хотелось бы, чтобы они были большие, потому что мы являемся таким пионером и лидером продвижения блокчейна. На питерском форуме будет целая сессия посвящена. Игорь Иванович Шувалов будет выступать от правительства, я буду модератором. Мы пригласили всех мировых известностей по блокчейну в Питер. Вот, будет, кстати, прямая трансляция, можно будет посмотреть. Вот мы там больше часа будем рассказывать про что такое блокчейн, еще раз где, какие, ну и будет сюрприз даже на нашем выставке, я надеюсь, в части блокчейна, если у нас получится, мы покажем одну интересную вещь, что на самом деле все не так страшно, и биткоин тоже. Пожалуйста. Перспективы, я думаю, что нужно, конечно, лет 5, чтобы как-то двинуться. Есть у нас вопрос здесь, еще выше у девушки. Добрый день, Сергей Николаевич. Меня зовут Николай, я студент магистратуры. Учитывая ваш опыт работы в Сбербанке России, хотелось услышать ваше авторитетное мнение по поводу перспектив развития российского рынка секьюритизации ипотечных активов. То есть, это прям про веб такой вопрос и про технологии. Да, это первый вопрос, да, и второй вопрос. Сейчас АИЖК в лице Единого института развития в жилищной сфере, да, разрабатывает новый механизм поддержки рынка ипотечных ценных бумаг. Вот. Если, допустим, этот рынок сейчас будет развиваться, то есть каковы вообще, вот, каково ваше мнение по поводу того, будут ли такие ценные бумаги ликвидны в России, в отличие от рынка, ну, условно говоря, американского? Ну, почему нет? Я считаю, что будет. Кстати, мы как раз с своим Плутником в части АИЖК обсуждаем использование блокчейна тоже в этой части. Потому что мы считаем, что регистрация сделок и так далее вполне может покрыться блокчейном. У нас есть рабочая группа на этот счет. Если говорить про секьюритизацию, я считаю, это надо делать. Весь мир это делает. Нужно к этому двигаться. Если говорить про бумаги, все, конечно, будет зависеть от самого рынка и как он растет, потому что любая бумага – это вопрос роста. Да? К сожалению, у нас с вами большие риски. У нас рост стройки очень незначительный, пока падение последние 2 года. Поэтому выпустить бумаги на падении, ну, не совсем правильно на самом деле. Но все зависит от рынка. Все ожидают, что будет рост сейчас. Поэтому, наверное, если выпустить в самом начале, конечно, перспектива хорошая. Но кто сейчас скажет, какой будет рост, ну, достаточно сложно. Поэтому рисков много, но по секьюритизации заниматься надо. Выпускать бумаги, я тоже считаю, нужно. Вопрос, какой момент? Хорошо, спасибо за ответ. Спасибо. Был еще вопрос выше. Можно вас спросить? Все вот с галерки да, есть. Да, на галерке это приятно. Здравствуйте, меня зовут Регина. Я снова возвращаюсь к блокчейну. Хотелось бы спросить… Как приятно. А? Вот знаете, вот мне по блокчейну только ваша аудитория вопросы задают. Все стараются чур-чур и не задавать вопросы. Хотелось бы все-таки узнать подробнее про безопасность и про внедрение в российский рынок, потому что, учитывая ну, менталитет национальный, все-таки, мне кажется, это будет проблематично. И еще я слышала, что технология блокчейн может способствовать улучшению отношений между странами, то есть, к примеру, отмена санкций и тому подобное. Правда ли это и как это происходит? Ну, про санкции я не могу сказать, потому что санкции – это политические решения, как правило, не технологические. Если говорить про международные отношения, мы делаем сейчас пилот с Белоруссией по экспортным сделкам, тоже базируясь на блокчейне. Это же пилотная история. Что если говорить про… Ну, я уже ответил про вопросы, связанные с безопасностью. Не бывает безопасных мест нигде, никогда. Просто вопрос этого уровня риска. Вот уровень риска в блокчейне, еще раз, на порядок, то есть в 10-50 раз ниже, чем обычные базы данных. Но возможность он дает значительно больше. С точки зрения российского менталитета, вот как раз блокчейн нам с вами менталитет и в хорошем смысле замещает. Потому что, смотрите, если блокчейн будет стоять, давайте представим, где-то, где будут регистрироваться права собственности. Вот регистрация прав собственности в Грузии, мы видели, происходит в течение, вот пока автомобиль заезжает в одно место и выезжает в другое, как МакАвто. Там не нужно общаться ни с кем. Это означает о том, что, в общем-то, вот для такого бытовой коррупции, ну или бытовых использований как-то своих служебных положений, отсутствует, в принципе, основа.
Понимаете? Вот как раз если мы говорим про ментальную часть, вот как раз она и может нашу ментальную часть вывести в такую, знаете, ну не только наше общество, а и разных других обществ в мире, вывести такой технологическим образом на нормальную форму взаимоотношений. Вот, наверное, так бы я вам ответил про ментальность. Знаете, никто не знает, сколько это займет, вот мы являемся лидером, Сбербанк продвигает блокчейн в части именно вещей, связанных контрактами с индивидуальными, потому что это тоже очень важно, сделки индивидуальные и так далее. Мы больше направлены на построение блокчейн-систем в государственных органах управления. Это мы видим свою такую задачу. Центробанк пытается делать. Сейчас очень много мест, где это начинает возникать. Пока начальная стадия. Мой прогноз 5 лет. Раньше и технологии, и готовности системы, я боюсь, не будет. Наверное, через 5 лет мы сможем с вами ощутить, хотя мы вот несколько пилотов начинаем, в том числе с государственной организацией. Добрый день. Сначала бы хотелось бы поприветствовать здание нашего института. Спасибо. И вопрос. Сейчас наблюдается большой рост населения вообще на всей планете. И учитывая все факторы, что развиваются технологии, которые придумывают ленивые люди, для того, чтобы себя ограничить от тех или иных действий, как вы думаете, если технологии так и будут развиваться, и придет ли это к деградации населению? Ну, я же вам специально про овощей поставил. Для чего? Давайте представим, какое количество людей будет освобождаться. Сейчас проблема, которую видит целое мировое сообщество. Если количество роботов, которые будут менять таким образом, например, на фабриках и заводах, да, возникнут не люди, а роботы в большинстве своих случаев, куда деть людей, которые раньше там находились? И это глобальный вопрос, который никто не знает. Мне вот один человек недавно, я вот спросил, как он это думает, это профессор Стэнфордского университета, спросил я его, как он думает, как эту проблему решать. Он говорит, ты знаешь, скорее всего, нужно будет придумывать новые направления, связанные с искусством и культурой. И я вот начал об этом думать. И как раз вспомнил про наш менталитет и подумал, как же это у нас будет выглядеть. Вот пока вот решения нету. Никто не знает, если скорость будет большая, огромное количество людей. Но это не во всех странах, вы должны понимать. Да? Все-таки в Африке замена будет происходить, и у нас, я уверяю, будет происходить медленнее, чем, к примеру, в каких-то развитых странах. Вот Китай явно будет очевидным лидером. Скоро. Давайте представим, в Китае, которых сейчас 400 миллионов человек занят производством, когда-то они были в сельском хозяйстве, помните, теперь 400 миллионов, то, что называется революцией с точки зрения индустриальной. В Советском Союзе, кстати, она была в 60-е годы, когда именно из сел люди переехали в города. Да? Потому что царская Россия была все-таки деревенская страна. Вот в Китае это произошло в 90-е годы, в 2000-е еще. Да? Вот что производит теперь, если переехавшие 400 миллионов в города, и скажут, все, спасибо, занимайтесь, не знаю чем. Давайте представим, чем вы скажете, что китайцы могут заниматься. Занимайтесь ушу. Будут они заниматься, не знаю, но 400 человек, куда их 400 миллионов человек, куда их деть, непонятно. Это глобальный вопрос. Пока человечество считает, что вот эти все роботы появятся не скоро, поэтому пока это спорадическая такая, постановочный вопрос, но когда-то он станет очень важным. Когда-то очевидным будет, что людей некуда девать. Ответа нет. Просто учитывая тот факт, что если ознакомиться со списком будущих профессий, на данном этапе уже очень много миллионов людей выпадает. Например, если брать США, у них уже, которые перевозят продукты и услуги с одного города в другой, это уже скоро заменяют роботами. То есть там эти люди уже в Америке, уже их 2 миллиона, то есть их куда девать? А если мы еще создадим киборгов, еще технологий, просто я очень опасаюсь, чем я буду заниматься, если мой мозг заменит... Во-первых, не надо быть таксистом, я вам сразу говорю. Вот таксистом, таксисты учимся мы. Потому что уберизация с точки зрения такси, вы правы, 3 миллиона просто таксистов в Америке. Uber придумал технологию, GetTaxi, кстати, своровал быстрее и сплементировал в Москве. Если вы знаете, сейчас GetTaxi по количеству, кстати, автомобилей
зашел в Лондон, в UK, вот я встречался с владельцем GetTaxi буквально на этой неделе, мне сказал, что он в UK, у него 65%, в Великобритании 65% такси-перевозок – это GetTaxi. 60%, представьте. Это означает, что, конечно, уберизация убивает огромное количество профессий. Почему я вот вам рассказываю? Потому что на самом деле вы несчастные люди. Потому что что будет непонятно, но понятно, что то, что вы сейчас делаете, скорее всего, будет использовано только на 10%. Нам очень жаль. Нет, не очень жаль. С другой стороны, у вас есть, смотрите, возможность, еще раз, есть возможность учиться, есть возможность получать знания совершенно другим путем. Да, вот откуда вы блокчейн узнали, я почему удивился, вы мне ответили, из интернета. Понятно, что есть технологии, позволяющие вам учиться. Есть лекции Курсеры, есть лекции, ну, я уверен, много книг. Я не знаю, много ли вы читаете, но это очень важно читать книги, понимаете? Поэтому очень важна скорость вашего, ну как вы постоянно должны, вот как помните в Алисе, да, «Стране чудес», надо бежать, чтобы не стоять на месте, надо бежать. Вот так нужно не в смысле физическом делать, а в смысле так нужно потреблять информацию. Если вы думаете, вот это все я узнал, поехав на какой-то курс в Стэнфордский университет, нет. Это компиляция, я как пылесос просто втаскиваю все знания. Я майские праздники посвятил квантовой физике, прочитал 3 книги по квантовой физике. Понимаете? Потом встретился с руководителем квантового центра, потом с Курчатовским институтом, потом начал агрегировать, потом начал задавать вопросы, потом снова читать в интернете. Если так не делать, ну нет таких курсов, понимаете? Нужно впитывать в себя, поэтому это ваша такая сложная задачка. Ну или другое, можно овощем быть, тоже хорошо. Нет, обещаем, что мы овощами не будем. Спасибо большое. Ну, такой задор только впечатляет. Я уверен, что у вас, наверное, точно получится, но не у всех, потому что процентов 15 все-таки заснули. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Просто когда вы говорили, вот начали говорить то, что на питерском форуме вы будете представлять летающий мотоцикл, правильно я понял? Да. Также вы сказали, что вот российская компания, которая изобретает вот эти мини-спутники. Они тоже там будут представлены, да, представьте. Вот. Да. На самом деле я очень удивился, потому что я раньше не слышал о таких российских компаниях, которые занимаются такими инновационными разработками. И, если честно, немного сейчас себя ругаю за это. Вот. И в связи с этим у меня вопрос такой. Наберите в YouTube, да, Даурию и летающий мотоцикл, вам покажут это прямо. Эти сюжеты есть. Вот, надо будет набрать, посмотреть. И вот у меня такой вопрос. Вообще в России, получается, много таких компаний, которые действительно такими глобальными инновационными разработками занимаются? Ну, вы знаете, к сожалению, хотелось бы больше, если честно. Потому что у нас, смотрите, у нас мне как-то объяснили, вот я несколько раз ездил в Силиконовую долину, пытался понять, почему у них так, а у нас по-другому. И два вывода, которые можно сделать. Во-первых, мы думаем изобретениями, и у нас мы живем изобретениями. У нас так построена наука, ну вот наша логика даже. Мы живем изобретениями, а потом думаем, как их имплементировать. Американцы думают не изобретениями. Они думают, скорее всего, через applications, то есть, скорее всего, то, что дает сразу же эффект. То есть они как бы через другую немного. Поэтому их в основном, если посмотреть, Силиконовая долина, 80% всех вещей, связанных с разработками, это не просто IT-разработки, это просто, скорее всего, applications-разработки. Если говорить про нас, у нас больше фундаментальных, из-за этого мы вязнем, потому что для того, чтобы фундаментально, нужно сделать прототип, его испытать, коммерциализировать, просто путь длинней. Первая проблема. Вторая проблема, давайте представим, вот Cisco, я был в Cisco и Google последний раз. Cisco инвестирует 4 миллиарда долларов в покупку стартапов ежегодно. 4 миллиарда долларов. Давайте спросим Газпром. Вот сколько Газпром инвестирует в покупку стартапов? Ну, да, я не знаю сколько, но думаю не очень много. Поэтому разница, Газпром тоже технологическая компания, да? Google еще больше, у них построен вообще по другому принципу. Но я говорю вам специальные компании, конечно, типа вот современного, которые, но если вы посмотрите даже компании индустриальные, они, конечно, очень сейчас формируют быстро вот этот темп стартапов. У них создана культура уже приобретения, формирования и потребления стартапов. В России немножко такая стеночка, ребята создают, прототип денег получают даже посевные,
все хорошо, а дальше нет механизма, нету экзита, понимаете? Кто делает экзиты в Америке? Еще раз, крупные компании, семейство фондов и так далее. У нас, к сожалению, это недостроенная часть экосистемы. Мы вот, кстати, создаем веб-инновации для того, чтобы фонды создать и экзиты. Почему я вам говорю? Для этих компаний это экзиты. Вот пример. Давайте представим одной из компаний, не летающий мотоцикл, но тоже интересная компания. 15-й год, ребят, создали. Здесь прототип, отличный прототип с точки зрения такой смешанной разработки между IT и квантовой физикой. Буквально 2 года назад. Вот они уперлись в стенку, не знаю, куда дальше идти. Вот у них путь или поехать в Силиконовую долину, продать это, ну, условно, за 4 миллиона долларов. Давайте представим, 5. Они вложили где-то 400, для них это супер. А мы понимаем, что это стоит порядка 300-400-500. Китайские компании показывают, к примеру, рейндж 1 миллиард. Ну, мы понимаем, там рынок другой. И, конечно, очень важно построение экосистемы. Вот наша задача, как бы, тоже построить экосистему. Поэтому семейство фондов. Вот вчера у нас был НАП-совет, если вы почитаете в интернете, как раз мы создали компанию веб-инноваций новую, которую задача создать эти фонды и обеспечивать экзиты. Не всем проектам, конечно же, которые имеют перспективу. Но на самом деле компаний много, но доходящих до нормального прототипа не так много. А вот еще вопрос тогда. Вот как со стороны правительства и государства тогда вот поддерживаются вот эти компании? Они, я так понял, маленькие еще, ну, небольшие? Конечно, поддерживают. Смотрите, есть Сколково, да, Сколково, есть система или фортбординг и так далее. Вы можете каждый заявиться, аппликаться, если у вас идеи, там есть скрининг-система, они вас оценят и дадут грант, если эта идея имеет смысл какой-то, да. Дальше вот вопрос, я же вам рассказал, дальше очень, они доведут вас, может быть, до полупрототипа. И вот в этом дальше у нас провал, я о чем вам и говорю. И вот наша задача как раз провал, или НТИ, к примеру, то же самое, да, национальная технологическая инициатива. Наша задача провал этот возместить, потому что иначе мы увидели вот этот резкий стеночку, за которую, знаете, электроны не проникают. Вот наша задача эту стенку сделать немножко дырявой, для того, чтобы часть электронов, ну, правильных, что ли, имеющие выход, имеющие потенцию на экзит правильный, пролетали. Вот мы формируем для этого экосистему. Такая интересная работа, кстати. Очень нам нужны выпускники вузов, потому что этим никто не занимался. Вот если посмотреть на задачи, которые мы выполняем, из них 70% никто не делал. Вот мы просто берем и придумаем их. Поэтому последняя большое. Наша фраза, видите, какая была. Спасибо большое. Ну что, так, ну, окончательно выдохлись. Есть еще один вопрос, второй по количеству лайков. С чего вы начинали карьеру, что позволило вам в настоящее время добиться нынешнего положения? Так, давайте начнем, где я родился. Я родился в маленьком городе в Оренбургской области. Поэтому, мне кажется, где вы начинаете, где вы рождены, совершенно не имеет значения. Главное, какие чувства наложены внутри вас, какое у вас устремление. Если у вас есть постоянный движок и много работаете, и работать от души, точно будет результат. Если нет движка, ищите его. Он где-то есть. Может быть, в том месте, который... Но он должен быть, может быть, даже и там. Но точно его найдете. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы. Думайте, дерзайте, в ваших руках абсолютно все. И примеры тех стартапов, которые мы видим, в общем-то об этом показывают. Спасибо. Спасибо огромное.